Привет, Коннор. Ты думал, что я пропущу твои проводы? Слышал, Вашингтон тоже будет там. Как бы чего ни случилось. Ты сказал, что будет суд. Предателям суд не положен. Ли и Хэттем все устроили. Так что тебе сразу в петлю. Сегодня я не умру. Чего не скажешь о тебе. А ну хватит! Шевелись! Братья, сестры, сограждане! Несколько дней назад мы раскрыли ужасный заговор, столь мерзкий, что и сейчас тошно о нем говорить. Этот человек пытался убить нашего любимого генерала. Это так. Кто знает, что за безумие им двигало, нам неведомо. Сам он себя не оправдывает и не кается. Мы умоляли его облегчить совесть, рассказать нам все. Но он упорно хранит молчание. Раз он ничего не объясняет, не признает и не искупает вину, что еще нам остается? Он хотел послать нас прямо в пасть нашего врага. А мы отошлем его душу прочь из этого мира. Пусть Господь примет его душу. Надо остановить Хики. Иди. Дьявол! Я надеялся прожить еще пару деньков. Жаль. Мне нужны ответы. Зачем Джонсон скупал земли моего народа? Почему целью Питкерна были Адамс и Хэнкок? Зачем убивать Вашингтона? Почему ваш орден поддерживает британцев? Мне почем знать. Тамплиеры, Ли и этот Хэттем. У них в руках деньги и власть. Вот почему я поставил на них только поэтому. Они, конечно, что-то бредят про будущее. Но мне на все это плевать. Пусть себе поют про беды человечества. Пусть строят свои заговоры и ставят ловушки. Мне все равно. Они платили, я делал. Я не спрашивал, зачем и почему. Плевать. Ты решил помогать тем, кто хочет уничтожить все человеческое, потому что тебе это выгодно? А что не так? Я не дурак, какой жертвовать всем ради принципа. Что это вообще принцип? Его в банк не снесешь. Не смотри так на меня. Мы разные люди. Ты, как блаженный дурак, гоняешься за радугой. А я человек простой. Мне нужны только пиво в одной руке, да бабья титька в другой. Но я могу получить, что хочу. И получал. А ты вечно с пустыми руками. Опустите ваши чертовы ружья! Этот парень герой! Генерал иногда бывает таким упрямым. Вздор, сказал он, когда мы предупредили его об этом. Вздор! Хватит! Он хотел убить генерала и чуть не убил вас. Он был негодяем. Но человеком. Хм! А вы верны принципам. Где Вашингтон? Мне нужно с ним поговорить. Укатил, как только ваша казнь пошла не по плану. Он уже на пути в Филадельфию, наверное. Значит, я тоже. Что-то не так? Он все еще в опасности. Хики был не один.